Кто в этом мире не любит сов? Это такие крутые создания, они могут вращать башкой, как одержимый. Ну нахер. Я не знаю, почти бесшумно летать, как ассасины. Но это все меркнет по сравнению с этим. Это череп совы. Нет, ее не били, и он не деформирован. Просто у некоторых видов сов уши расположены асимметрично. Одно выше, другое ниже. Что? Это странно для нас, кожаных мешков, но для них это очень крутой инструмент отслеживания цели. Вы наверняка наслышаны о том, что совы слышат свою жертву с дальнего расстояния и могут ловить даже ночью. И вот эти асимметричные уши, внимание, нужны для того, чтобы звук поступал сначала в одно ухо, потом в другое. Неожиданно, да? И вот эта невероятно маленькая разница во времени позволяет лучше определить нахождение жертвы. Так что если вы, будучи в лесу, где никого нет, пустите шептуна, будьте уверены, что вас заметили.